Представьтесь. Чупров Алексей Евгеньевич. Число, место рождения. 18 апреля 1998 года рождения. Место проживания. Город Дзержинск, Нижегородская область, Российская Федерация. Где проходите службу? Город Дзержинск, Нижегородская область. Воинская часть, звание, должность. Звание младший сержант, должность заместитель командира взвода. Часть дислоцируется в городе Дзержинске. Номер части? 98-575. Контрактник, срочник? Военнослужащий контрактной службы. Пришел на контракт 8 августа 2018 года на 2 года, после чего продлил контракт в 2020 году на 3 года. На территории Украины с какого числа? На территории Украины нахожусь с 26 февраля 2022 года. О месте пребывания и четких целях. Где заходили на территорию Украины? Со стороны города Курск. С какой целью? Четких целей обозначено не было и четкого места пребывания, куда нужно будет передвинуться колонной, в составе которой мы вышли, обозначено не было. Ваше мнение по поводу того, что сейчас происходит в Украине? Беспорядок, убивают мирных жителей. Кто убивает? Русские. Ни за что. Пожелания родным, близким, просьбы? Если есть возможность, то прошу родителей Татьяну Валентиновну и Евгения Александровича с согласия украинской стороны приехать меня забрать. Спасибо. Ваше мнение по поводу вашей власти? Русской. Не могу четко сформировать.